можно сказать, считаю так, что карачаевские лошади, да, самые сильные и выносливые на Кавказе. Организаторы напомнили собравшимся не только о национальных конных традициях карачаево-балкарцев, а также о некоторых национальных героях, вековых обычаях. Выставку посетили делегации из городов и районов республики, а также и жители соседних регионов, участники конного перехода из Дагестана. Это особое событие для нашей республики, отметили собравшиеся. Просто чаю, просто! Пикуй, пикуй.